Темир Тауртыш, первое противостояние этих команд в целом в этом сезоне в городе Металлургов. Очень долго команды не могли найти пути к воротам и ходили вокруг да около. Ну и, конечно, были вот такие полумоменты, где там здорово сыграл вратарь Темиртау Еремеев, а где-то выручал, конечно, и Полошков. Полошков в целом, кстати, у Павлодарский вратарь довольно артистично провел эту игру. И головой отражал броски и даже очень зрелищно пропускал шайбу. А пропущено было в этом матче целых 3 шайбы. Это вот чудо-гол Сергея Жилова, когда, казалось бы, с неудобного угла, и плюс его команда находилась в меньшинстве, вот так вот распечатал ворота Полошкова. И это было у нас под занавес второго периода, когда счет у нас был открыт. Ну а эту шайбу арбитр не засчитал. Был у нас видеопросмотр, но там арбитр посчитал, что была помеха для вратаря. А это уже Каролинский в домик Полошкову шайбу отправил. Это у нас действия все происходили уже в третьем периоде. И пошел ва-банк Владимир Клинга, снял вратаря с ворот. Ну и шестером пытались они, конечно, созидать у ворот Еремеева. Вот и эмоциональные установки тренерского штаба Тимиртау для своих парней. Но не получилось шестером у павлодарцев распечатать Еремеева. Более того, даже пропустили в пустые. Михнин отправил шайбу в сетку ворот. Ну и, конечно же, этот матч во многом благодаря уверенной игре Еремеева. Сегодня у него сухарь, с чем, кстати, в хоккее всегда поздравляют, ценят и уважают. 3-0. С таким результатом завершилось первое противостояние Тимиртау и Иртыша в этом сезоне.